таежном селе Таяты открылся магазин авторских работ. Здесь можно увидеть эксклюзивные необычные вещи ручной работы, украшения, игрушки и много других интересных предметов, изготовленных из экологически чистых материалов местными талантливыми мастерами. Многие товары представлены в единственном экземпляре. Здесь, в деревне, все приходили непосредственно за продукцией, приходили в мастерскую. Приходилось отвлекаться, рассказывать, показывать. Автор идеи и местный мастер Алексей Спринчан признается, необходимость в торговой точке назрела уже давно. У Алексея настоящее кедровое производство. Из кедра и кедровых орехов мастер делает более 10 полезных продуктов, в том числе масло, бальзам и халву. Он говорит, гостей и туристов в эти края едет предостаточно. Приходится за продукцией обращаться лично к мастерам. А это не совсем удобно. Люди едут, люди узнают. И мы здесь как бы, как обмен происходит такой. Кто-то захотел такое изделие, кто-то такое. Вот и в самой деревне это пользуется спросом. Вот и многие приезжающие радуются, что небольшая цена. И что все-таки есть такой эксклюзив, где можно хоть как-то не китайским ширпотребом наполнять свои дома или квартиры, или это, а что можно все-таки еще и нашими мастерами воспользоваться. Все на прилавках ручной работы из экологически чистых материалов. Авторские сувениры из березы в виде конфетниц и разделочных досок. Деревянные игрушки, покрытые безвредными красками. Гончарные изделия и многое другое. Допустим, медведи, вырезанные из цельного куска дерева, это изготавливает мастер нашего села. Также существует в реализации роспись. Тоже Курагинского района мастер. Это как семейный подряд. Муж вырезает из дерева, а жена расписывает. Это матрешки, разная сувенирная продукция. Местные жители говорят, павильон пользуется спросом среди местных. Сегодня приобрести подарок ко дню рождения можно прямо по дороге в гости. Если раньше, чтобы что-то взять, как где-то кому-то сувенир какой-то, подарок, приходилось бегать по нашим мастерам, по домам, а дома не всегда было у них были какие-то изделия, то сейчас ты можешь прийти сюда, выбрать все, что душе угодно. Думаю, эксклюзивный подарок для любого человека и очень приятно. Местные власти намерены активнее развивать ремесла в районе. По их мнению, продукция мастеров может пользоваться спросом у туристов и позволит создать рабочие места для самих же умельцев и их помощников. Для Каратузского района и юга Красноярского края это в том числе и как одно из направлений туризма для жителей, земляков, чтобы приехать посмотреть, во-первых, уникальную природу, во-вторых, можно как поучаствовать в изготовлении того, чем наши мастера занимаются, и в том числе и приобрести эти изделия. Павильон только открылся, но места на прилавках для изделий уже не хватает. К Новому году умельцы обещают разнообразить ассортимент. В перечне товаров появится домашняя выпечка, приготовленная в русской печке. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.